хоккей. Это хоккей, да? В принципе, понятно, да? Сейчас еще забьем. Ничего страшного. Идет нажимной. Но проблема в том, что пока действительно у армейцев-то не получается прижать Спартак в его зоне. Видели мы моментами позиционной атаки в первом периоде в исполнении армейцев, а вот во втором спартаковцы такой возможности А не дают, и Б, опять же, из-под этого давления постоянно вырываются, как вода из-под крышки кипящая в контратаке. Ну и вот одна из первых атак ЦСКА, позиционных, я бы сказал, даже это не выход из зоны у Спартака. Ну, во-первых, берем расчет второй период, здесь на пересменке. То, что, кстати,